На Coinbase и GDX появятся новые валюты. Генеральный директор компании Coinbase Брайан Армстронг сообщил о добавлении новых криптовалют на платформу Coinbase и биржу GDX. В прошлом году был добавлен эфириум, и в этом году Брайан Армстронг продолжает расширение списка доступных криптовалют. Армстронг заявил, чтобы облегчить использование разных криптовалют, нужно дать возможность пользователям продавать и покупать разные валюты.